Нас услышали, по крайней мере, здесь. Хотя бы кто-то нас услышал, позвал, в конце концов. План какой? План? Без комментариев. Будем перекрывать Москву. Наш план действий, он у нас был и до этой встречи, и он у нас есть, и мы намерены его воплощать в жизнь. Наши требования неизменны. Мы требуем полной отмены платы за дороги. Мы считаем, что дороги должны быть бесплатные. А если дороги становятся платными, значит, должны быть обязательно бесплатные альтернативные пути. Мы готовы идти вперед, мы готовы отстаивать свои права, свои интересы. Мы считаем, что это в интересах всего российского народа. То есть мы не бьемся только за себя, мы бьемся, в принципе, за всю страну, потому что считаем эту плату необоснованно завышенной, необоснованно взимаемой, непонятно, куда эти деньги пойдут. То, что освещается в СМИ, это в 10 раз меньшая сумма, на самом деле сумма сбора гораздо больше. И поэтому мы и добиваемся отмены этой платы, так как считаем, что эта плата ляжет на плечи всех россиян.